В состав президиума регионального отделения партии «Единая Россия» покинули 4 человека, среди них и бывший губернатор края Александр Карлин. Сменился и руководитель регионального исполкома партии. Место Андрея Клюзова занял Денис Голобородько. По словам участников конференции, которая состоялась накануне, одна из основных задач на сегодня – обновление состава местного отделения «Единой России» минимум на 10%. По мнению выступающих, партийцы должны работать более открыто, общаться с людьми и решать их проблемы, но часто так называемый кадровый резерв проявляет большую активность, чем ныне действующие партийцы. Тайным голосованием были выбраны новые члены политсовета регионального отделения, ими стали 12 человек. Обсудили партийцы и ближайшие планы на предстоящий год. Сегодня открыто говорим, что есть определенные недоработки, они даже глобальные. Это вопросы заработной платы, вопросы низкой доходной составляющей нашего населения, вопросы качества наших и содержания наших дорог и целый ряд других факторов, которые сегодня являются глобальными задачами по реализации и правительством Алтайского края, краевым законодательным собранием, я считаю, нашей партии.